Сейчас я хотела бы представить вам моего индийского мастера Шри Татата. Шри Татата – один из индийских просветленных из Кералы. Его учение базировано на основе древнейших писаний Индии. И жизнь в дарме адаптирована им к сегодняшнему времени. Это знание дармы находится у нас внутри. Шри Татата говорит, что человечество стоит на пороге нового сознания. Это не просто следующий шаг для человека, но и для всей эволюции, в которой человек занимает центральное место. Он является посредником между небом и землей. Шри Татата предлагает нам практические знания, методы и специальные посвящения вместе с духовной практикой садханы, глубокий внутренний процесс очищения, который направляет и расширяет наше сознание. Мы хотим понять смысл нашего рождения в этой жизни, и это естественно. Дарма – это правильный путь для жизни человека, с помощью которого человек может достичь своей цели жизни и стать пробужденным. Бог является изначальным источником дармы. Веды, священные писания, Индии раскрывают суть дармы или правильный способ жизни. Это то же самое знание, которое несли людям такие великие пророки, как Будда и Иисус Христос. Эти знания адаптированы в соответствии к нашему времени. К сожалению, человечество до сих пор не в состоянии понять и реализовать эти учения, что является главной причиной всех человеческих страданий.